Аязды бол мен. Раз, Рамбай. Я думаю, с последней будет хит, то 100%. По-любому. Играл. Еще Грэмми, да. Ты потерялась на минуту, ведь я очень близок. Мулану, Абдра, Уикенда. Гома! Новый год. Пора удивительная, волнующая и, что самое важное, всегда радостная. Казалось бы, обычная фраза «С Новым годом», но сколько же в ней тепла и чувств. Наверное, потому что Новый год один раз в году. Новый год – время магии, а делиться новогодней магией – это всегда волшебно. О, какие люди! Абдар, приветствую, друг мой, присаживайся, добро пожаловать. Здравствуйте. Я вижу, ты не с пустыми руками, и это как бы радует. Ну, рассказывай, как с новогодним настроением дела обстоят? Все классно, у вас зима, смотрите за окном, вообще офигенно. Это круто, брат, потому что, знаешь, на самом деле много очень людей, которые постоянно говорят, нету новогоднего настроения, ой, в этом году снега нет, настроения нет. Скажи, как ты справляешься с этим? Есть какой-то, может быть, лайфхак? То, что для меня сейчас актуально, мне кажется, это надо быть с близкими, типа, людьми. Я вот уже где-то года 4, наверное, не справлял Новый год с родителями. И мне кажется, это сейчас важно для меня. Мне кажется, тогда вот будет полноценный Новый год, классно, как в детстве. Странное, да? Заметил последовательность. В детстве ты любишь Новый год, потому что новогодний праздник с семьей. Потом наступает период, когда ты это игнорируешь. Хочешь, да. Как ты думаешь, с чем это связано? Взрослеешь потом или что? Да, начинаешь ценить какие-то серьезные у нас разговоры, конечно. Расскажи, пожалуйста, я знаю, ты уже давно очень выступаешь на больших сценах, на каких-то, наверное, корпоративных вечерах. Расскажи о своем самом, наверное, интересном Новом году. Самое тоже запоминающееся, это, наверное, вот отрочество, когда ты... Ты правильно сказал, отрочество? Не ко мне вопрос. Да? Окей, я по-валдарски просто. Вот. Самое, наверное, классное, когда ты подросток. Вот опять я говорю про родителей, это очень важно просто. Когда ты встречаешь вроде бы дома, а потом выкатываешь к друзьям, и там начинается вот твоя молодость. Вот это самое запоминающееся, это, наверное, 18 лет. Примерно так. А правда ли говорят, что лучший Новый год тот, который ты не помнишь? Походу. Не ко мне вопрос. И веришь ли ты в фразу, как Новый год встретишь, так его и проведешь? Ну, если в это верить, то так и будет всегда, да. Ну и в конце, Абдар, все-таки Кока-Кола классическая или без сахара? Без сахара я выбираю, да. Отличный выбор. Ну что ж, дамы и господа, встречайте Абдар. Отдай свою любовь, чтоб потерять контроль. Открой все мысли прочь, тут только я с тобой. Ты чувствуешь страсть, я знаю, что не удержать нас с тобой сейчас. Я чувствую, как между нами стираются грани. И знаю, что ты особенно я, особенно я, особенно я, особенно я. Особенно я, только ты особенно я, особенно я. Твоя любовь при мне потерян вновь контроль, и мыслей больше нет, и только ты со мной. Я знаю, что не удержать нас с тобой сейчас. Я чувствую, как между нами стираются грани, и знаю, что ты особенно я. Особенно я, особенно я, особенно я, особенно я. Только ты особенно я, особенно я. Только ты особенно я, особенно я. Только ты особенно я. Особенно я, особенно я. Отдай свою любовь, чтоб потерять контроль. Отправь
все мысли прочь. Тут только я с тобой. Дверь накрепко заперта, и никому не видать. Раз, раз, раз. Твои принципы летят туда, туда, где нам наплевать. Да, да. Еще одну ночь с тобой мы проведем вот так, 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 так. Тебе стоит еще одну. Мы трогаем небеса. И мне понятны наши чувства, ведь мы круглыми сутками с тобою вдвоем. Без вдвоем, без И мне понятны наши чувства, ведь мы круглыми сутками с тобою вдвоем. Без вдвоем, без И мне понятны наши чувства, ведь мы круглыми сутками с тобою. Чувства, ведь мы круглыми сутками с тобой вдвоем. Везде, вдвоем, везде. Наша связь давно оборвана с внешним миром. На 1050% к звездам ближе мы. Моя власть над тобою стала более сильной. Никогда не писать, почему мы были влюблены. И не в их силах понять, с какой мы пришли глубины. Не переставай доверять мне, я знаю, как все завершить. Наши чувства, ведь мы крупными сутками с тобою вдвоем вместе, вдвоем вместе. И мне понятны наши чувства, ведь мы крупными сутками с тобою вдвоем вместе, вдвоем вместе. И мне понятны наши чувства, ведь мы крупными сутками с тобою вдвоем вместе, вдвоем вместе. Наши чувства, ведь мы круглыми сутками с тобою вдвоем вместе, вдвоем вместе. Уже давно моим взглядом пронизана. Так тяжело собраться, и это вовсе не моя вина. Так постепенно обвивая твое тело руками, и постоянно чувствую, что вокруг весь мир замер. И так не терпится быть в тебе, в тебе. Ты отдашь себя без остатка. Ты отдашь себя без остатка. Без остатка. Ты отдашь себя без остатка. Ты отдашь себя без остатка. Без остатка. Без остатка.
нужно в этом платье снимай. Или оставь это тело мне, так жарко до боли. Но ты улыбаешься в глаза и опасно. Ты хочешь снова разогреть наши сердца напрасно. Довольно, тебя так мало в этом платье снимай. Мне так не терпится быть в тебе. Ты отдашь себя без остатка. Ты отдашь себя без остатка. Ты отдашь себя без остатка. Без остатка. Just
ты готова поиграть в эту ночь со мной. Подойди, посмотри мне в глаза снова. И сейчас ты горишь. Знаешь, с нами что-то не так. Ответ на губах, на губах твоих. И знаешь, ты именно так. Я тебя ждал, тебя ждал всю жизнь на грани от нее. От любви по телам бегу. На грани от нее я. От любви по телам бегу. На грани от нее я. От любви по телам бегу. На грани от нее я. От любви по телам бегу. На грани от нее я. Останови этот мир, ведь мы готовы поиграть в эту ночь вдвоем. Ближе любить нет запрета, yeah. Ближе быть пока где-то. В сердце тает любовь. Знаешь, с нами что-то не так. Ответ на губах, ответ на губах твоих. И знаешь, ты именно так, yeah. Я тебя ждал, тебя ждал всю жизнь. На грани от нее я. От любви по телам бегу. На грани от нее я. От любви по телам бегу. На грани от нее я. От любви по телам бегу. Пусть ваш Новый год будет наполнен теплотой, любовью и магией. Желаю вам, чтобы рядом с вами находились только самые близкие и дорогие сердцу люди, с которыми вы можете разделить магию момента. С Новым годом, друзья! Наконец-то посидим сами, без незваных гостей. О, я уже обрадовался, думал, Гарри Поттер. Но Райхан еще более волшебнейший гость. Привет. Привет. Добро пожаловать. Присаживайся на наш новогодний диван. Ну, рассказывай, с чем ассоциируется у тебя Новый год? С новым началом, естественно. А с новыми целями. У меня ассоциируется очень тепло с семьей, потому что мы каждый Новый год празднуем вместе, и это наша такая устойчивая традиция. Угу. Вот насчет семьи, в кругу близких получается. Мы слышали новость через Осек Ньюс, что ты вышла замуж. Да, все верно. Получается, в этом году ты будешь отмечать этот праздник в кругу другой семьи, если можно так сказать. Это еще под вопросом, потому что они живут в другом городе, и мы сейчас по работе, возможно, не сможем туда поехать на Новый год с мужем в новом статусе. Скажи, была бы моя воля, бы всех собрала, всех вместе, да? Да, однозначно, однозначно. Для меня это очень такой семейный праздник, очень теплый.
Представь, что ты отмечаешь, как мы говорили, в кругу близких своих друзей Новый год, и у тебя есть возможность пригласить 3 артистов любого масштаба, мирового, вселенского масштаба. Кто бы это был? Я бы позвала своих друзей-артистов Мулану, Абдра, Уикенда. 3 близких друга. 3, да. Я думаю, мы бы хорошо сдружились втроем. Скажи, пожалуйста, вот о новогоднем настроении. У тебя есть оно? Обычно да. На самом деле в этот раз не очень чувствую, потому что очень много работы и пока еще не ощутила это праздничное настроение. Ну, мы желаем тебе, чтобы Новый год был лучше, чем предыдущий. 10 тысяч раз, чтобы твоя новая семейная жизнь, как ночью звучит, да? Твоя семейная жизнь только цвела друг на другу. На радость вы были. Спасибо. С наступающим Новым годом тебя. Тоже. Спасибо. Ну что ж, дамы и господа, встречайте Райхана Мухлис. Нет, ничего не надо есть, есть свой хлеб, своя бумага, да. Далеко пойду, но уже без тебя. О мой, ты понимаешь, о чем я. Видишь на страницах и листах, слышишь мои песни во всех местах. Все твои подгоны глубоко в чердак. Baby boy, ты понимаешь. Мама говорила мне всегда, только не грусти по пустякам. Ты знаешь, что мне все равно, все равно. Мне уже все равно, все равно. Отрываю я по лепесткам. Не гадаю, ты все знаешь сам. Ты знаешь, что мне все равно, все равно. Мне уже все равно. Ты подарил мне розы, чтоб утереть мои слезы. Прикрою ими раны, но все равно завяну. Да, ты подарил мне розы, утереть мои слезы. Прикрою ими раны, но все равно завяну. Let's go, let's go. Каждый вечер прихожу во сне. Но все давно уже совсем не так, как было. И не, не спасу тебя даже розы. Красные розы, усыпанные лепестками, высохли слезы. Мама говорила мне всегда, только не грусти по пустякам. Ты знаешь, что мне все равно, все равно. Мне уже все равно, все равно. Отрываю я по лепесткам. Не гадаю, ты все знаешь сам. Ты знаешь, что мне все равно, все равно. Мне уже все равно. Ты подари мне розы, чтоб утереть мои слезы. Прикрою ими раны, но все равно завяну. Ты подари мне розы, чтоб утереть мои слезы. Прикрою ими раны, но все равно завяну. Мы были одни, но я не чувствую тебя, ты далеко.
разговоры ни к чему. Ведь что не слышно тебе, о чем я так кричу. Я так кричу. Ты моя сбитая, мне лучше будет ума он. Пусть все забытое, мне лучше будет ума он. Ты моя сбитая, мне лучше будет ума он. Ума, ума он. Ума, ума он. Я попросила тебя S, просила тебя D. Не попрошу опять. И все, чем были мы, давно уже забыты. А в голове ты, проветри мысли, все пути назад закрыты. Дала свои крылья, крылья свои. Ты так и не понял, что значит они. Ты не исправил. И все, чем были мы, давно уже прошло. Прошло. Длинные лица и плевать, о чем решу. Длинные письма, разговоры ни к чему. Ведь что не слышно тебе, о чем я так кричу. Я так кричу. Ты моя сбитая, мне лучше будет ума он. Вы все забытое, мне лучше будет. Ты моя сбитая, мне лучше будет ума он. Ума, ума он. Ума, ума он. Я попросила тебя. Thank you.
тратим на что-то на двоих. Не ставим из запретов никаких. Забудем обо всем сегодня, я твой псих. Я твой псих, yeah, yeah. Забери меня, забери, yeah. Не со мной, и мне другой. Без меня нельзя.
тебя теряю. Я не буду больше, больше я на. Не будет больше, больше тебя теряю. Следующий год начнется с настоящей магии. Магии момента, которая всегда дарит вам удачу, тепло и много любви. Верьте в чудеса, друзья, они обязательно сбудутся. О, это же Галымжан Молданазар. Приветствую тебя, брат. Присаживайся, пожалуйста. Привет. Проходи. Привет, Ахмед. Я, Сергей Волсин. Ахмед. Сразу, Галым, к вопросу. Скажи, пожалуйста, все мы знаем, что Новый год в детстве для нас был особенный праздник. Я знаю, что у тебя растет два пацана, Шерхан и Мирген. Вопрос такой, верят ли они в Деда Мороза? Жок. Почему? Хазыргы болар ахылдырак сияқты, өйткені білет барлығын. Бірақ аяздықтаны көргенде қуанат. Ну, в любом случае. Yeah. Вопрос такой. Дети, ладно, если не верят Деду Морозу, но они же все-таки просят подарки. Они, наверное, не пишут Деду Морозу, спрашивают: папа, когда и что ты мне купишь? А я за того мин. А что обычно просят на Новый год? Фантазия рулер, чикс. Аргизи, Артурли. Бербернюх самый. Аржил, Артурли, наш сестрой. Сейчас и вариантов подарков очень много, поэтому вопрос такой. Новый год у современных детей и Новый год твой, когда ты был ребенком, чем отличается? Біздің кішкентай кезімізде, жаңа жылда, азанға дейін ұйықтамау бұл бір ерекше бір жағдай болатын. Әкешіміз барлығы тойлап, азанға дейін ұйықтамай, далада ойнап, қаңғырып жүретінбіз. И это уже праздник, да? Сол, сол бізге бір керемет сезім. Түнде осы туысқандардың үйіне барып, әрбір сондай керемет есте қалатын сезімдер. Ну, мы в Новом году желаем тебе больше творчества, Галым. В любом случае, чтобы мы слушали только, не знаю, там, тысячи твоих песен каждый месяц, побольше, больше и больше. И детям пусть растут только тебе на радость. Ну что ж, встречайте, Галымжан Молданазар. Бақытты сезіндім мен сенен ғана, тек жаныңнан алыста. Өзің ғана, өзің ғана, жанымды жылатқанда, жұбатқанда, сезімімді оятқан.
Келе жатқан жаңа жылда сіздерге жанұяларыңызға жетістік, аман саулық тілеймін. Осындай керемет мерекеде ғажайып сәтпен ең жақын адамдарыңызбен бөлісіңіздер. Жаңа жылдарыңызбен. О, мистер Иманбек. Ассаламу алейкум, мистер Ильяс, с наступающим. И тебя с наступающим. Присаживайся. Иманбек, сразу давай к вопросам. А вопрос такой. Любимый твой новогодний фильм? «Один дома». «Один дома»? Конечно. А в детстве любил «Один дома» оставаться? Всегда. Такой вопрос. Скажи, пожалуйста, Новый год, новые планы, топ-3 мировых артиста, с кем бы ты в новом году хотел записать совместный трек? Селена, Холзи, Ариана. Ариана. Да. То есть со всего мира, девочки, да. С Казахстана никто сюда не вошел, да? А давай про Казахстан отдельно. Отлично. Попозже или сейчас? Давай сейчас. 3 топ-артиста Казахстана, с которым ты хотел записать фит. Ирина Кайратовна. Хиро. Асха Принц. И пусть 4-й будет Роза Рымбаева. Я думаю, с последней будет хит, то 100%. По-любому. Да. Скажи, пожалуйста, любимое новогоднее блюдо? Как такового нет, но, скорее всего, манты... Плов, бешбармак, что-то из этого. Мне кажется, если тебя не останавливают, ты будешь долго перечислять, да? Да. То, что первое на ум пришло, сказал. Ну, пусть будет манты, ладно. Манты выбрали. Да. Ну, какие планы у тебя после Грэмми, Иманбек? Расскажи, после Грэмми, честное слово, хочу еще Грэмми. Да. До этого я так, типа, пусть будет, ладно. Поигрался. Еще Грэмми, да. А теперь реально хочу. Ну, мы желаем, чтобы все это исполнилось. Аминь. Раз одна мечта исполнилась, значит, может, и вторая исполнится, правильно? Новый год? Да. Самое то время. Да, уважаемые наши зрители, и вас мы поздравляем с наступающим Новым годом. Желаем, может быть, и вы играми хотите, чтобы Иманбек у тебя, и не только у тебя, точнее, у кого-то из зрителей тоже появился. Передаю вам, да. И не забывайте, что делиться новогодней магией – это волшебно. Встречайте, Иманбек! Oh,
В новом 2022 году пусть вас не останавливают сложности на пути, а только мотивируют достигать своей цели. Не забывайте про близких, которые всегда рядом и поддерживают вас. Ведь делиться новогодней магией волшебно.